В диспетчерской водоканала звонки сегодня раздаются гораздо реже, чем в предыдущие несколько дней. Дело в том, что список улиц, которые остаются без водоснабжения, за выходные значительно уменьшился. Ажиотаж спадает на звонки, потому что все больше и больше районов у нас с водоснабжением. Мы принимаем все жалобы, по всем жалобам мы будем выезжать, проверять индивидуально. Там, допустим, если где-то система завоздушена после отключения, будем сбрасывать воздух. Начальник диспетчерской на оперативном мониторе показывает, как обстоит дело с наполняемостью резервуаров на текущий момент отдельно по микрорайонам. Проблемы с водой по-прежнему остаются на Богушевке, Верхней Вишневой и частично на Макаренко. Водовозки, говорят на предприятии, продолжают курсировать по городу, развозя воду, но уже не работают, как в предыдущие дни, в круглосуточном режиме. На сегодняшний день мы только вызвали две водовозки, которые наши, которые осуществляют только по двум районам. Остальные районы уже запитаны и люди довольны с водой. Что касается проблемы с водозабором на реке Сочи, сегодня воду подают, как говорят на предприятии, с флангов Садлерского района и Головинки. Для этого ночью водоканал провел аварийные работы, сделав вот эту перемычку на насосной станции «Батарейка». Мы теперь сможем из Адлерского района передать воду в центр, где так не хватает этой воды. Для этого понадобилась одна ночь. За ночь сделали водовод 200, небольшой участок, который позволит нам с Адлерского района получить воду в центр. К слову, будь такая перемычка смонтирована раньше, говорят на муниципальном предприятии, таких глобальных проблем с поставкой воды можно было избежать. Ну а в целом водоснабжение планируют восстановить к концу сегодняшнего дня. Крайний срок – утро вторника. Подробную информацию о том, как устраняются неполадки, можно получить по телефону горячей линии МУП «Водоканал» номер 255-0505.